Турецкий нефтехимический холдинг «Питким», являющийся дочерней структурой госнефтекомпании Азербайджана «Сокар», привлек международных экспертов для проведения исследований по строительству на территории предприятия двух новых установок. Как заявил CBC генеральный директор холдинга Анар Мамедов, данные установки предусмотрены для расширения ассортимента производства и выпуска ароматических видов продукции. Ранее «Сокар» заявил о том, что установки общей стоимостью 3 миллиарда долларов могут быть построены к 2022 году. Этот проект очень большой. Он предполагает интеграцию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий «Сокара», находящихся в Турции, то есть завода «Стар» и завода «Питким». Дело в том, что на заводе «Стар» будет производиться около 1 миллиона тонн реформата и смешанных ксиленов, которые могут быть использованы для производства ароматических соединений. По словам Анара Мамедова, в настоящее время практически на 90% завершено строительство нефтеперерабатывающего завода «Стар» в Эгейском регионе Турции. Мощность предприятия, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, составит 10 миллионов тонн сырой нефти в год. На НПЗ будут производить различную продукцию, в том числе нафту, основное сырье для «Питким». Сейчас нефтехимический холдинг охватывает 20% турецкого рынка. Строительство новых установок вместе с заводом «Стар» позволит значительно увеличить рыночную долю «Питким». Этот вопрос находится под пристальным вниманием правительства Турции. И это в то же время представляет большую возможность для «Питкима» в отношении дальнейшего развития. Поскольку 80%, как я сказал, нефтехимической продукции поступает из-за рубежа. То есть у нас есть очень большие горизонты для роста. Глава «Питким» также сообщил, что с целью обеспечения потребностей нефтехимического предприятия и населения Турции в электроэнергии реализуется проект по строительству ветряной электростанции. За счет уже сданных в эксплуатацию 14 турбин из 17 предусмотренных, предприятие реализует на турецком рынке 95 миллионов киловатт-часов. Строительство основных трех турбин завершится в конце июля этого года, и общая мощность электростанции составит 51 мегаватт, что позволит «Питким» увеличить объемы поставок электроэнергии. Наш инвестиционный бюджет на сегодняшний год составляет порядка 100 миллионов долларов. На 2018 год пока бюджет у нас не утвержден, но я думаю, что он будет примерно на таком же уровне, может быть, чуть выше. В отношении объема производства мы производим в целом 3 миллиона тонн нефтехимической продукции. Из них количество продукции, которое поступает непосредственно на рынок, составляет 2 миллиона тонн. «Питким Петрокемия Холдинг», являющийся ведущим нефтехимическим комплексом Турции, выпускает этилен, полиэтилен, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит госнефтекомпании Азербайджана «Сокар». Афят Гасанова, CBC.